Песня посвящается всем женщинам, чтобы они мотали на ус. Эта песня переделка, очень много переделок на песни Высоцкого, говорит только о его большой популярности, правда же? Называется песня «Если муж оказался вдруг». Исполняет ее Александр Хигаев. Если муж оказался вдруг, и не муж, и не так, тюфяк, если думаешь, быть ли с ним, или, может, с другим, мужа в шопинг тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он ходит везде с тобой, там поймешь, кто такой. А-да-да-да-да, па-пам, а-да-да-да-да, па-пам, пусть он ходит везде с тобой. Там поймешь, кто такой, если муж в бутиках не ах, если смотрит, как зверь на дверь, а на шляпке 506-й запросился домой. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Тут не сказки и замуж тут, за таких не идут. Ба-ра-ра-ра-ра, па-пам, ба-ра-ра-ра-ра, па-пам. Тут не сказки и замуж тут, за таких не идут. Если ж он не скулил, не ныл и с примеркой не торопил, а когда продавец спросил, он стонал, но платил. Если ждал, утирая пот, говорил, что теперь идет, значит, муж твой нормальный муж. Потерпи его уж. Значит, муж твой волшебный муж, полюби его уж.